Видеорегистратор, радар-детектор с двумя камерами, StoneLog Miru. Рассмотрим само устройство и комплектацию. Поставляется вот в такой вот коробке. Рассмотрим, что внутри. Само комбоустройство. Его рассмотрим чуть позже. Перейдем к комплектации. Значит, в комплект входит у нас кабель питания в прикуриватель. Камера заднего вида. Камера пыли-влагозащищенная. С подсветкой 4 светодиода и с разметкой. Присоска к лобовому стеклу. Поворотная на 360 градусов. И также двухсторонний скотч. То есть присоску снимаем. Устанавливаем двухстороннюю площадку. Картридер. Салфетка. Чехол. Кабель USB для подключения к компьютеру. Фирменный гарантийный талон. Инструкция на русском языке. Рассмотрим само комбоустройство. Очень классный дизайн, хороший материал используется, здесь черный матовый пластик, все хорошо собрано. Значит, по разъемам. Разъем HDMI, слот под карту памяти microSD поддерживается до 64 гигабайт, не ниже 10 класса. Разъем USB для подключения камеры заднего вида. Разъем питания 12-вольтовый. Кнопки управления. Значит, кнопка включения-выключения, окей, меню, мод, то есть режим просмотра записанных видеороликов и кнопки вверх-вниз. Комбоустройство полностью на русском языке. В меню у нас есть возможность настроить устройство под себя. Три пункта настроек. Значит, первый пункт настройки видеозаписи. То есть это разрешение видео, разрешение дополнительной камеры, цикл записи, пауза, HDR, экспозиция, датчик движения, микрофон, штамп даты и времени, G-сенсор, режимы видео. Значит, второй пункт настроек. Настройки радар-детектора, это пороговое значение скорости, превышение скорости, калибровка скорости, интеллектуальный режим, громкость, часовой пояс, направление, выбор режимов, радар-детектор включен-выключен, приветствие, дистанция оповещения, дополнительное превышение скорости, точки ПОИ. И третий пункт у нас системные настройки, то есть это дата и время, госномер, автовыключение, языки. Частота освещения, спящий режим экрана, форматировать карту памяти, заводские настройки, версия программного обеспечения. На комбоустройство дается год гарантии, приобрести можно будет в магазине Автогир. Модель StoneLog Miru оснащена процессором Novatek, матрицей Sony, AMX307, разрешение видеозаписи 1920 на 1080 при 30 кадрах в секунду. Задняя камера пишет с разрешением 640 на 480 при 30 кадрах в секунду. Углы обзора 140 градусов. Датчик удара и датчик движения. Из особенностей данной модели стоит отметить большой цветной дисплей диагональю 2,7 дюйма, корейский радиолокатор Biggie повышенной чувствительности, GPS-модуль с обновляемой базой данных, запись видео без разрывов между файлами, стеклянный объектив 6 линз с ИК-фильтром, запись видео одновременно с двух камер ведется. При включении задней передачи появляется разметка. Поддержка карт памяти до 64 ГБ, не ниже 10 класса. Встроенный динамик и микрофон. Емкость аккумулятора 350 мАч.